Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня мы будем вводить имплонон, поскольку пациентка наша коллега, то она разрешила нам весь процесс заснять. Первое, что мы сделаем, это положим руку вот в такое положение свободно. Рука левая, да, потому что пациентка правша. Нам нужно сделать разметку. Для этого от косточки мы отступаем ладонь, ставим точечку. И вот здесь вот между мышцами еще раз точечку. У нас получилось вот в этом участке будет стоять имплонон. Дальше. Следующий этап. Нам нужно провести обезболивание. Для этого мы будем использовать раствор местного анестетика в 5-кубовом шприце. Спасибо. И спиртовую салфетку дайте. Вводить мы будем в первую точку. Сейчас будет немножко неприятно, укольчик будет. Вводим и идем подкожно, предпосылая раствор анестетика, и доводим до конца. И также выходим. Все. Самое неприятное позади. Сейчас мы пару минут подождем, пока анестезия подействует. Анестезия подействовала, мы подождали пару минут. Видите, кожа побелела в этой зоне. Угу. И мы достали из коробочки имплонон. Имплонон открываем. Представляет собой он вот такую вот систему. Да? Здесь снимаем колпачок. В игле имплонон находится. Показываем пациентке внутри иглы беленькое имплонон. Да? Соответственно, наша задача эту иглу ввести под кожу. Не внутрь кожи и не под мышцу, а под кожу. Для этого немножко натянули, поставили. Мы ничего не чувствуем. Смотрите, вводим. Нормально все? Угу. Пока дырочка полностью не зайдет под кожу, под вот таким углом. А потом меняем направление и дальше продвигаемся в направлении нашей метки, натягивая кожу, да, чтобы вы чувствовали, что вы находитесь чисто под кожей. Вот видите, прямо в натяг. Дошли до конца. Вот. Сейчас мы отщелкнем вот эту штуку. Имплонон останется под кожей. Все. Осталось достать иглу. Все. Осталась маленькая дырочка. Мы ее обработаем. Заклеим пластырем. И наложим давящую повязку, поскольку все это может вызвать образование небольшого синячка. В коробочке с имплононом находится несколько стикеров. Один, где номер имплонона, мы наклеим себе в карту. Второй будет на руках у пациентки. И здесь есть карточка памятная, которую мы вот так вот склеим. Ее можно пациентке посоветовать убрать куда-нибудь в паспорт или еще где-то, где хранятся документы. Здесь будет указана фамилия пациента, дата введения, дата удаления планируемой и в какой руке стоит имплонон, и также указан его серийный номер.